Ну, а сейчас просто вдумайтесь в цифру, которую я произнесу. Россияне в прошлом году набрали ипотеки на 3 триллиона рублей. Это в полтора раза выше, чем годом ранее. Жить, что ли, стали лучше? Откуда такой квартирный бум? Ларчик, я думаю, просто открывается. В 2018-м ставки на ипотечные кредиты были на историческом минимуме. Что там, 9% годовых, например, или 6% под новострой? Почему бы не взять на таких условиях квартиру? И те, кто взял, кстати, правильно сделали. Эра банковского милосердия как внезапно началась, так же внезапно и закончилась. ЦБ осенью поднял ключевую ставку, и все. 9% – это то, о чем мы внукам с ностальгией будем рассказывать. Так ведь если бы только ставки, квартиры-то тоже дорожают. Росстат вот выдал статистику по итогам прошлого года. Выходит, что в среднем вторичка подорожала на 5%, почти 4,9%, если быть точным. Такого 4 года не было. Все предыдущие годы цены, наоборот, плавно снижались, и эксперты прогнозировали, что и дальше такая прелесть будет продолжаться. Но нет, в 2018 году цены пошли вверх, в ноябре вообще случился резкий скачок, и в итоге сейчас средняя стоимость вторичного жилья за квадрат по России 54 900 рублей. 4,9%? Ну, не знаю. У нашего обозревателя, кстати, эти цифры никак не сходятся. Я про Катю. Она сегодня пример привела. Еще летом квартира смотрела по одной цене. Сейчас, говорит, аналогичная. В том же районе Москвы стоит на миллион дороже. И это не какая-то там элитка. Даже близко нет. И цены продолжают расти. Тут уже приведу данные не Росстата, а крупного российского сайта объявлений. Вот они утверждают, что за январь в Москве вторичная недвижимость подорожала на 6,9%. Для Москвы это, конечно, заметный процент, учитывая стоимость квадратного метра здесь. Но Москва не одинока в этом процессе. Вот, собственно, на этом графике видна вся динамика изменения цен на вторичную недвижимость по городам. Везде подорожание. В Красноярском крае на 4,3% за год, Башкортостан на 7,3%, в Саратовской области вообще 9 с лишним процентов к цене прибавилось. Иркутск плюс 9,5%. На всех нокаут отправила Ленинградская область. Там квадратный метр за прошлый год подорожал на 21,6%. С чего вдруг? Непонятно. В самом Санкт-Петербурге при этом подорожание всего 11,3%. Москва плюс 7,2% к цене за 2018 год. И только в Челябинской, Тюменской областях квартиры на вторичке дешевели. Переезжаем. Тюмень по состоянию постоянно в лидерах по качеству жизни среди российских городов, еще и на квартиры в цене падают. Все сходится. Ну, давай пока повременим, авось что-то изменится. Так вот, изменится ли? Или пора бежать за ипотекой сейчас, пока все в конце концов не подорожало? Узнаем сейчас у нашего гостя. С нами на связи управляющий инвестициями в недвижимость Игорь Индрексенс. Игорь, здравствуйте. Рост цен на вторичное жилье впервые за 4 года. Ну, во-первых, подтверждаете ли вы этот факт? И если да, то чем спровоцирован? Ипотечным бумом или чем-то еще? Я подтверждаю. Мы сейчас будем наблюдать 3 следующих года. А недвижимость, как говорится, будут сметать и отрывать с руками. За следующие 3 года в Россию могут вернуться 150-200 миллиардов долларов. Как вот если посмотреть, что сейчас творится на финансовом рынке, то уверуешь, что, в принципе, Трамп создан для того, чтобы помогать России. Так как он объявил борьбу с русскими деньгами за рубежом, и поэтому россиянам некуда, по сути дела, деньги прятать. Да? Допустим, даже если там не будем брать миллионеров, но какой-нибудь там человек спрятал 50-100 тысяч евро в каком-нибудь испанском банке, то сегодня этот счет его закрыли и просят в течение там недели эти деньги куда-то перевести. В других местах русским не открывают. Купить что-то, открыть компанию за рубежом практически русскому невозможно. Поэтому все эти деньги возвращаются в Россию. И куда их девать? Да, девать их некуда. Да? Но с точки зрения инвестиций не так много есть мест. Да? Можно покупать землю, но в основном люди выбирают квартиры. Поэтому это не только связано с ипотечными ставками, но и связано с тем, что деньги обратно возвращаются в Россию. Это вынужденные покупки. Да? То есть они мне везде счет закрыли. Эра, вы просто сейчас не видите ту революцию, которая происходит в мире. Эра офшорных компаний закончилась.
Да, сегодня на самом деле гораздо выгоднее российскую компанию открыть и платить какие-то там налоги минимальные. Так, поэтому, да, Игорь, ну и насколько, по вашим прогнозам, взвинтят цены эти самые вернувшиеся из-за рубежа деньги? Это очень сложно сказать. Я думаю, что мы говорим от 15% в год. Да, причем на все классы недвижимости, да, потому что люди есть с разными деньгами. У кого-то лежит 20 тысяч евро за рубежом, у кого-то лежит 20 миллионов. Да, и люди, понимаете, в чем дело? Советские люди, они, у них в прошивках записано одно. В конце останутся только квадратные метры. Больше ничего не останется. Остальное отберут система, налоги, кто-нибудь. Да, нужно срочно покупать недвижимость, квадратные метры. Это не отберут. Поэтому от 15% в год и выше. А есть же ведь еще один фактор давления, ну, в первую очередь на рынок новостроек, это переход девелоперов на систему эскроу-счетов. Чем обернется для вторичного рынка, ну и в целом для рынка недвижимости, в целом, как вы считаете? В целом это обернется положительно, то есть с точки зрения рост цен это как раз-таки подхлестнет. Да, действительно, многих застройщиков просто банки не будут кредитовать, да, особенно каких-то небольших застройщиков, от этого меньше станет новостроек. Ну, как бы и слава богу, с одной стороны, наводят порядок все-таки. Но вторичный рынок наконец-то проснется. Я не говорю, что аренда проснется, вот аренда будет падать. Люди просто будут, как в старые добрые времена, покупать подъездами, закрывать и ждать. Угу. Ну, еще в прошлом году говорили о превышении предложения над спросом. Как скоро будет достигнут баланс вот в связи со всеми этими событиями? Особенно если объемы ввода жилья наверняка резко упадут. Как раз-таки за последние 12 месяцев деньги и начали возвращаться. Да? Как раз-таки война сейчас с российскими деньгами за рубежом в самом разгаре. И только сейчас они начали возвращаться. Поэтому мы вот сегодня наблюдаем, как раз-таки мы открыли двери в этот следующий трехгодичный бум покупки недвижимости. Да? Поэтому то, что прогнозировали в прошлом году была вообще другая жизнь, да, с точки зрения на финансовом рынке. А сегодня деньги возвращаются, потому что их девать некуда за рубежом, их оттуда гонят. И плюс еще россияне все-таки зарабатывают какие-то деньги в России, а уже сегодня за рубеж не отправишь особо, да, не поедешь, откроешь в счет какое-нибудь приличное там государство, да, во Франции или в Великобритании. Сегодня россиянину можно открыть легко счет только на каких-нибудь там островах, банк, который неизвестно сколько протянет. Опять же, я заработал в России, за рубеж я не могу отправить, как говорится, на там второй аэродром. Куда мне их девать? Недвижимость. Угу. Ну вот, тем не менее, Минстрой уже заявил, что готов поддерживать спрос на рынке в случае его резкого падения. То есть вот этот сценарий в правительстве рассматривается тоже. Речь, конечно, о программах субсидирования, но о каких именно не было сказано. Может быть, вам что-то известно? Опять же, это все обсуждалось еще в прошлом году. Никто не ожидал, что так много денег начнет возвращаться, и они будут реализоваться недвижимость. У человека вернулись деньги, да, он вернул их. Сколько? Это X количество. Но он подождал месяца три, походил, подумал, покумекал и в конце концов купил квартиру. Поэтому то сейчас это вот самое начало пика. Слушайте, а подождите, а сколько вы все время возвращаетесь к этим деньгам, которые уже начинают возвращаться? Это какие капиталы? Какие капиталы? За три года 150-200 миллиардов долларов. Ого! Ну хорошо. Может быть, вам известно, начали уже строительные компании вот переходить на новые правила игры, заключать договоры по эскроу счетам с банками? И если да, то насколько активно? Ну, все еще сейчас с точки зрения застройщиков, они все затаились. Так как застройщик не может резко реагировать на все. У него цикл вообще 2 года, как минимум. Вот если я сегодня задумал построить новостройку, самое быстрое, что я сделаю, это через 2 года, да, там, согласование и так далее. Поэтому нужно больше смотреть на вторичный рынок, да, как он реагирует. А те, да, те, кто строит новостройки, естественно, сейчас бегают, активно ищут и так далее. Банки сами не готовы к этому. Ну вот именно, да. Уже поздно покупать квартиру или еще можно об этом подумать, помечтать? Как раз самое время. Вот сейчас прям, да, еще можно успеть? Можно еще успеть, и через полгода успеть, 3 года еще будут расти цены, а дальше посмотрим. Ну что ж, спасибо вам большое, управляющий инвестициями в недвижимость Игорь Индриксенс. Ну, ждем миллиарды.
из-за рубежа на рынке недвижимости. Да.